квилт-клубе проходят мастер-классы, где своими руками можно сделать потрясающие вещи – аксессуары, игрушки, предметы интерьера. На очередном увлекательном занятии мастерицы делали брелоки для ключей из текстиля в виде слоников. Каждый раз у нас разные темы, разные техники. В нашем клубе ведется около 20 направлений. Какие-то, ну, когда-то иногда работают они, когда-то нет, но у нас это все есть, и мы в любой момент можем провести любую технику, которая есть у нас вот в клубе, по любой технике. Мастер-классы рассчитаны как на взрослых, так и на детей. Обычно мы подстраиваемся под людей, говорит Валентина, руководитель мастер-класса. Если приходят взрослые, то делаем игрушки, которые требуют большего усердия, а для детей что-нибудь попроще. Анастасия в квилт-клубе занимается 2 года, старается не пропускать ни одного занятия. Моя самая первая игрушка была – это клоун, которого я делала, когда мне было 6 лет. Мы с мамой дома его делали. И его было очень интересно шить, потому что я впервые держала иголку в руках. Этот вид творчества довольно простой. Для работы нужно не так много, уверяет Валентина. Потребуется ткань, иголка, нитки или леска, различные приспособления для изготовления определенных изделий. А на этом занятии, помимо основных материалов и инструментов, нужны еще металлическое колечко и подвеска. И для придания небольшого объема наполнитель синтепон. Я готовлю на 15-20 человек заготовки. Приходят, вот когда классы целые приходят, когда приходят 10 человек, когда 15. Но бывают случаи, что и не приходят. Копилки наград квилт-клуба, дипломы всероссийских выставок по живописи и декоративно-прикладному искусству. Увидеть лучшие работы мастериц можно на районных экспозициях во время культурных фестивалей. Сейчас мы готовимся к конкурсу «Гармония творчества», тоже районный конкурс. «Пасхальная радость», «Рождество Христовое». Принимаем участие, вот в Луховицах проходят «Веселые краски детства» уже не один год. Авторская игрушка – это не просто обычная кукла, это самовыражение автора, отражение его внутреннего мира через образ, текстиль, цвет и форму. Она может быть выполнена в разных техниках и предназначена для коллекции, подарка или украшения интерьера. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.